Sony Ericsson WT19i. Разбор. Sony Ericsson WT19i – смартфон с полным набором мультимедийных возможностей на платформе Android. Начинаем разбор. Снимаем заднюю крышку и извлекаем аккумулятор. Вынимаем карту памяти. Откручиваем винты по периметру телефона. С помощью металлической лопатки снимаем заднюю часть корпуса. Снимаем с защелок системную плату. Аккуратно приподнимаем ее. Снимаем шлейфы сенсора и дисплея. Отсоединяем камеру. На системной плате находятся микрофон, кнопка фото, боковые кнопки громкости, системный разъем, разъем подключения сенсора, разъем подключения дисплея, процессорный блок, процессор и флеш, пользовательская флеш, радиоблок, контроллер питания, разъем основной камеры, фронтальная камера. На обратной стороне системной платы находятся вибромотор, контакты АКБ, SIM-считыватель, флеш-считыватель, кнопка включения. Аккуратно отсоединяем шлейф сенсора. Затем отщелкиваем защелки сенсорной панели и снимаем ее. Дисплей приклеен на двусторонний скотч. Аккуратно отклеиваем его. С обратной стороны отклеиваем шлейф и вынимаем дисплей. Аппарат разобран.